Всем привет! Вы на Флагман ТВ, с вами Артем Некрич, и сегодня мы рассмотрим новинку 2017 года, линейку удилищ Флагман Неотерика. Неотерика – это новая серия спиннинговых удилищ, которая значительно подняла уровень качества и характеристик за свои деньги. Заявленный быстрый строй здесь скорее приближен к сверхбыстрому. Удилища данной серии имеют гибкую вершину и мощную камлевую часть. При забросе в основном задействована вершинка, но по мере увеличения нагрузки работать начинает весь бланк. Благодаря этой самой гибкой вершинке вы сможете осуществлять максимально сложные типы проводок, а мощный комель даст возможность без опасений дать бой крупному хищнику. Удилища Неотерика представлены целостными тубулярными вершинками. У удилищ довольно широкий реальный тестовый диапазон, то есть они способны далеко забрасывать и чувствовать при проводке как маленькие, так и достаточно большие приманки. Это отличный выбор с уклоном под джиг. Неотерика сохраняет свою чувствительность при ветреной погоде, а также при ловле на заиленных участках водоема. Также они отлично подойдут под ловлю относительно объемными приманками с использованием минимальной огрузки или вовсе без нее. Поскольку удилища способны достаточно далеко забрасывать, а чувствительность у них также на высоком уровне. И, конечно же, они справятся с не очень упористыми воблерами, вращающимися и колеблющимися блеснами в пределах своего теста. Внешний вид здесь на 5 баллов. Удобная разнесенная рукоять с карбоновыми элементами, современная концепция колец, матовый черный бланк. В линейке имеется две модели. Первая с тестом от 1 до 8 граммов, длина ее 2,13 метра, вес 115 граммов. Вторая при тесте от 2 до 10 граммов имеет длину 2,28 метра, ее вес составляет 130 граммов. Данный товар вы можете приобрести в розничной сети магазина Флагман, а также в интернет-магазине по адресу flagman.kyiv.ua. Если данное видео было для вас полезным, ставьте лайки и подписывайтесь на наш канал. До встречи на Флагман ТВ!